Я вспомнил. Я не знаю, что говорит Кушнашвили. Я, правда, считал, что он в меньшем восторге. Но я в большем восторге от Пугачевой и Жириновского на прошлой неделе. Это было лучшее, что было на российском телевидении за последние 4 года, я считаю. Я считаю. Поэтому вы готовы идти бить морду Жириновскому, друзья мои? Группа А-студио. Ну за что? Ну а там, знаешь, там свой театр, ты туда не лезь. Там такое шоу, мой друг. Там другое шоу. У вас там какая роль в том театре, Алла Борисовна? Красные тряпки подсадной утки. Я вспомнил, Лера. Но мы горой, Алла Борисовна, мы за вас горой. Все казаки с вами. Сейчас еще одна короткая пауза. Далее в нашей программе Кэти Топурия, ее родственники